всегда везде. Раз, два, три, четыре, раз, два. Очень близко.
Thank you.
Говорит, 14 цифру можешь? Тара, сира, тара, рам. Да, сыграю. Thank you.
Ну, сейчас я работаю. Каша, и вот эти все
когда ты играешь угловую, ты играешь все одинаково. Ты взял форте и играешь дальше форте. Взял внизу форте и дальше играешь форте. Огромные волны. Не может быть. Ну вот макушек мало. Как только ты уходишь под конец, вот здесь перед началом этого атаки. Ты видишь, вот этот первый так, прям вот это, будет первый так, понимаешь? Обязательно очень важно. Я ничего не понимаю. Я слышу, ты играешь ритмом. А какая мелодика, там ничего не потом вот это, конечно,
когда ты будешь играть эту тему, это сакра, да, вот эти вот... Синкопу зависит. Здесь не получится, один раз, раз, два, 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 два
услышать, где ты играешь опять отставку. Понимаешь, да? У тебя все время возвращается позиция. Давай, 3, 4. Жара должна быть невероятная. Вот. Не должно быть конкретики уже. Вот только где-то тема, как мираж должна быть. А ты уже такой вот реалист, такой, да? Абсолютно, не надо. Здесь нет передвижников, нет реализма, ничего. Чуть-чуть, да, она здесь не должна быть такая, как в аптеке стерильная. Она очень уязвимая здесь. Хорошие уши поймали. Нет, нет, не должно быть. Нет, она у тебя очень реальная, хоть там и акцент. Она все говорит, здорово, как доклад. Я же там вот тебе сыграла, да, как могла. Хорошая, молодец.
Это во всех пассажах. Время распределяется.
Равеля очень длинная мысль всегда, уходящая, и она еще, знаешь, она не просто уходит, она еще обязательно куда-нибудь, какую-нибудь тональность еще куда-нибудь пару раз еще в какую-нибудь, а потом только вот где-то на горизонте будет ее цель куда-нибудь. Знаешь, он все время отклоняет. Даже когда он мыслит совсем коротким, все равно они выстраиваются именно в этот